Как вы думаете, наш нынешний парламент легитимен? Я думаю, что нет. Без комментариев. Без комментариев это как? Негативно? Позитивно? Негативно. Очень негативно. А как вы считаете, нужно вернуться коммунистам? Нет. В парламент? Нет? Нет. Все, спасибо. Демократия, но та, которая должна быть. Народ признает вообще парламент, как вы считаете? А его вообще нет. Нет? Никакого действия от них нет. С учетом того, что в последнее время происходит, особенно последнее интервью Тимофтия в Евроньюз, то о легитимности речи быть не может. Ну, парламент есть легитимен? Да. Ну, вообще не легитимен. Ни президент, ни парламент, никто. Насколько народный он? Насколько народный? Ну, где-то 20%. Пожалуй, нет. Не принимаю. Насколько он легитимный? Лично мне, например, я считаю, что могли бы получше найти президента для нас. Не принимаю к тому, что ничего не делают. Sinceramente, e discutabil. Dacă 4 ani n-or să facă nimic, atunci trebuie și ei concediați, cum se spune. Тогда танки вводить и всех разбомбить. Într-adevăr, trebuie de făcut o leacă de ordine, pentru că noi nicio ordine nimic la noi. Mie mi se pare că parlamentul în zilele de azi n-are tare grijă de noi. Mie mi se pare că ar trebui de făcut o regulă foarte mare în Republica Moldova, că de grabă Moldova n-a să mai fie ficale de dispariție. Mi se pare că noi puterea ar trebui să intre și să spună tot parlamentul acum. Poporul. Să fie numai dreptate, da. Și ar fi bine să convină poporul cu forța ei și să spună capăt tiraniei. Нарушил первый, второй раз не было избрания президента. Цены большие сейчас, сами понимаете. Живем трудно, тяжело. Эштини, ряд копий, черт с фак и ей, а тоньше нас дизординя сану клетка рсаева, а он вейтор от Эдибу. Я считаю, что наш парламент не имеет смысла существования. Хотя бы какое-то облегчение было пенсионерам. Вот единственное, что я хочу сказать, что это неправильно, что нит закрыли. Вообще это ужасно. И то мы говорим о демократии, все свободны, все хороши. И тут же ты не имеешь права то, ты не имеешь права то, ты не, это неправильно. Выборы президента даже не легитимны. Стоит ли вернуться на заседание парламента коммунистам? Нет. Вы понимаете, что они не будут ходить, что они будут ходить. Они все равно в настоящий момент решить ничего не смогут. Нужно ждать перевыборов. В свое время мне, знаете, казалось, что коммунисты, вот они несколько неправы в некоторых своих вещах. Я даже был против. А сейчас я понимаю, что они классные пацаны.